Вот так значит, да? То есть вы отрицаете свои обвинения? Отрицаю. Ну хорошо, отлично. Значит так, сейчас мне нужно будет отойти на пару минут, проверить присланную с налоговой службы запись разговора, которую они записали, разговаривая с вами, так как у них все телефонные звонки записываются. Ну-ка вы только попробуйте слинять отсюда. Это уже будет уголовно наказуемо. Ага, Ле. Я улетел, скоро буду. Вот ты попала, конечно, мамон. Ля, лысенький, сделай мне сейчас большое одолжение. Какое? Возьми мой телефон. Зачем это? Возьми, ля, хрен ли спрашиваешь? Ладно, блин. И что мне с ним делать? Теперь тебе нужно запихать его себе глубоко в задницу. Эй, в смысле? Ты должна сделать это ради меня, лысенький. Засунь мой телефон себе прямо в жопу. Я не буду сувать себе телефон в жопу. Сделай это ради меня, лысенький. Нет. Че нет, ля, они так не найдут у меня телефон. И в итоге, возможно, нас с тобой отпустят. Вообще-то меня и так отпустят. Ты же виновата здесь. Вот ты, мразота тупая. Окей. Че ты хочешь взамен? В смысле? В тазик пукнув, как освисла. Я могу тебе купить какую-нибудь парашу, если ты засунешь мой телефон себе в жопу. Ну блин, я даже не знаю. Думай резче. Если он припрется раньше, будешь нюхать жопу. И я тебе ни хрена не куплю. Ну блин, ладно. Я хочу, чтобы ты потом выполнила мои любые три желания. Любые, какие я захочу. Вот ты говнихий кусок. Если бы не этой ситуации, то я бы тебе руку пяткой сломала. Ладно, так уж и быть. Хитрая глиста оказывается, но всего три. Ну вот и ладненько. Все, давай засовывай. Блин, я бы не хотела этого делать. Нет времени, давай быстрее. Ты тупой? Если люди подали заявление, что у них пропало говно прямо из жопы, значит его нужно 100% начинать искать. 100% это было похищение говна. Ля, похоже, он уже идет сюда. Ты глубоко там затолкал и телефон? Да, блин, да. Капец, это больно. Все, молодца. Держи его там и не высовывай его. Капец, вся жопа разрывается. Ну все, я тут. Не надумали еще чистосердечное написать? Пятьку нюхай, я ничего не делала. Ну окей, это вам еще повезло, что на записи звонка очень плохо слышно ваш голос. Видимо, из-за тупого ветра на улице. Но это для нас тоже не проблема. Давайте сюда свой телефон. Проверим ваши входящие звонки. У меня нету телефона. В смысле, у вас нету телефона? Сломался еще год назад, и я отдала его бомжам на съедение. Да вы прям сама щедрость. А как вы тогда разговаривали с сотрудником налоговой службы? Как я уже сказала, я ни с кем не разговаривала. Видимо, это был кто-то другой. Может, вас уже накрыло? А то я тут принюхиваюсь, и говном воняет. Да это из вашего рта, похоже, несет. Так что будем сейчас звонить вам на него. В смысле звонить? Зачем? Чтобы убедиться, что он не у вас с собой, или вы что-то скрываете? Да вроде бы нет. Ну вот и все. Значит, будем звонить. Гудки идут, уже что-то. Блин. Никто не берет. Ну я же вам говорила. Может еще раз позвонить? Лучше не надо. Почему это? Потому что у вас ничего на нас нет. Ну хорошо, ваша взяла. Но если я все-таки узнаю, что это были вы, разговаривать уже будем по-другому. Ага, буду знать на будущее, чтобы сразу обосраться. Очень буду рад. А пока что можете быть свободны. Так бы и сразу. Потопали, лысенький. Так, стойте. Чё опять? А чего она так странно ходит? Я это... Тю, обосралась она. Штаны заморать боится? Фу, ну ладно. Эй, какое обосралась? Закрыла холальник. Мы уходим. О, снова привет. Вы где там были? Жопу мыли. Всё, блин, я вытаскивать телефон из жопы. В смысле? Сиськи свисли. Какого хрена ты свалила к своей подружайке без спроса? А что не так? Уроки сделала, потом вали куда хочешь. Я вечером собиралась сделать. Уже и так вечер. Ну так я сейчас и пойду делать. Сейчас ты будешь мои туфли мыть, так как я в собачьей говнихе наступила. А че я-то опять? Твои же туфли. Ты протирай. Молча туфли в зубы взяла и пошла протерла от говна. Ни хрен было сваливать без спроса. Ну а я пошла покакаю. Если я приду и туфли будут не помыты, я их об твою кровать прямо оботру. Да мама, какого хрена? Жопу соси и мусор тоже вынеси. Ска, бесит уже. Тупая дебилка. A few moments later.
Капец, у меня ласты уже отросли. Скоро из босоножек тупо пальцы торчать будут. Ох, мама, ты тут? Фу, чё за вонище? В смысле вонище? Мамочка, какает. Ландышами должно пахнуть. А воняет, будто хомяки подохли. Слышь, кочерголысая, тебе чё надо? Да я просто телефон еле как из жопы вытащила. Пришлось даже маслом подсолнечным смазать. Я думала, сейчас сдохну. Вот же ты дебилка. И куда ты его делала-то? На кровать тебе положила. Ты чё, конченная? Ты его протёрла хоть? Ну я твоим пледом его протёрла. Но воняет просто жуть. Ах ты мразь тупорылая. Ты чё, вообще охренела? Почему? Ну сейчас я досру. В этом же туалете тебя и утоплю, тварь.